Придется ли к месту в округе новый мемориал? На этот вопрос активисты Люберецкого отделения организации «Дети войны» отвечают положительно. Уже несколько лет они настаивают, в Люберцах не хватает памятника труженикам тыла. Однако вопрос о его установке до сих пор остается открытым. С какими сложностями сталкиваются общественники, знает Дарья Борисова. Обязательно должны воздвигнуть этот памятник, потому что это у нас просто человеческий долг. Впервые Галина Аринина озвучила это мнение в 2015 году. Тогда от слов быстро перешли к делу. Активисты Люберецкого отделения «Дети войны» вышли со своей идеей на администрацию и даже сделали макет будущего памятника. С ним помог скульптор Александр Рожников. По оценкам специалистов, перенести обелиск с бумаги на Люберецкую землю будет стоить 6 миллионов 200 тысяч рублей. Авторы идеи проекта открыли благотворительный сбор. И тут дело встало. Вы знаете, такого отклика мы не получили от тех, кто обладает финансами. В основном деньги сдавали простые люди. Простые люди. Мы собрали небольшую сумму, но она такая, знаете, для нас очень дорогая, потому что есть такие суммы, которые перечисляли люди, лежачие. Накопить удалось около 200 тысяч рублей. Установить памятник активисты мечтали к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мечта оказалась несбыточной. Сегодня от нее детей войны и тружеников тыла отделяют 6 миллионов рублей и множество организационных вопросов. Прежде всего, предстоит решить, где новый мемориал придется к месту. Если мы подберем вариант размещения, возможного размещения этого памятника, и, соответственно, Совет депутатов примет решение, поддерживающее вот это, так сказать, установку памятника в этом месте, то, соответственно, мы успеем закладной камень в годовщину юбилея попытаться установить. Активисты сошлись во мнении, что закладной камень будущего памятника станет неплохим подарком ко Дню Победы. Однако останавливаться на этом члены общества «Дети войны» не намерены. В будущем они все-таки настроены увидеть на месте камня мемориал. За помощью в осуществлении этой мечты активисты планируют обратиться в местный совет депутатов. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.